Гостями праздничного мероприятия стали ветераны труда, которые долгие годы своей жизни посвятили дошкольному учреждению. Большая радость побывать в родных стенах, насладиться творчеством талантливых малышей и вспомнить самые яркие моменты жизни. Я пришла после капитального ремонта через несколько месяцев. Из 21-х яслей их закрыли на капитальный ремонт, и меня пригласили сюда. Вначале я 2 года работала на группе с детьми ясельного возраста, ну, с медицинское образование, а потом старшей сестрой до ухода на пенсию. Всем гостям, своим любимым бабушкам и дедушкам дошколята подарили самые яркие и самые добрые эмоции. Ребята пели, танцевали, выразительно читали стихи. В свою очередь и воспитатели поблагодарили людей старшего поколения за тепло сердец, за работу, за неоценимый опыт, который передается молодому поколению. Праздник прошел в теплой душевной обстановке. Отработала здесь я 28 лет, музыкальный руководитель. По сути, это единственное место работы моей, всего моего трудового стажа. Хочу поблагодарить детский сад мой родной, что меня сюда приглашают. Приятно ходить, смотреть родные стены, родной интерьер. Все, конечно, по-другому. В день уважения старшего поколения дети подготовили много интересного, забавного и даже смешного. Никого не оставил равнодушным праздничный номер, посвященный бабушкам-старушкам. Организаторы праздника уверены, такие мероприятия воспитывают в детях доброту, отзывчивость, уважение к старшему поколению. На протяжении всего праздника в адрес уважаемых людей звучали пожелания доброго здоровья, хорошего настроения и активного долголетия. А самая большая благодарность для педагогического коллектива и всех внучат – сияющие радостью глаза родных и близких людей. Анна Кириллова, Александр Иванов, Ленинск ТВ.